Я в прошлый раз думал, что это последний. Ну, время-то еще детское. Так я-то ничего не говорю, нам-то можно и в папке еще сыграть. Кому-то завтра не надо на работу. Так я хочу завтра целый день играть. Так. Кто-то потом два дня работает. А кто у меня указку украл? Не знаю, у меня нет указки. Катя? Ничего не знаю. Свет где? Не знаю. На третьем. Спасибо. И стоит, и как будто я не замечу. Это моя работа, стоять в углу и смотреть. С камерой в руках еще. Я штатив подрабатываю, ходячим. Так у тебя в руках штатив вообще-то? Ну так не придумали еще штатив с ножками. Вот и приходится. А Вичар, чё остановился? Я? Да. Проверяю радио. Ну я встретил. Я проверяю, ходи. Я всё вижу. Катя ходит, смотрит по комнатам. Так я радио проверяю. А ты чё, в машине сидишь, что ли? Да, а чё мне делать? У меня нет ни единого предмета для определения. В смысле, иди ультрафиолетом свети. Куда? В окна. В окна. Иди слушай. Ушки на макушке. Да. Может, услышишь, где он ходит вроде. Кто дверь закрыл? Я только что. Я, по-моему, слышала ложку, что ли, или вилку, или мне показалось. Ладно, схожу я на кухню, так уж чтобы чайник поставлю. Уговорили. Я недавно чаяла, ставила. А никого тут нету. Притрак, притрак, ту-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 ту. Да где он? Здравствуйте. А, он же за чайником пошел, точно. А прикинь, вот его убил сейчас. Ну подумаешь, босс отправил на верную смерть. Такова его работа, умирать. Нифига, он тот ведь. Кто? Ты. А чё я? Ты ж пошел на кухню чайник ставить. Я на кухню тут пошел. Ты чё, он думал, в реале пошел? Такое ведь возможно. Он меня заколебал, где он прячется? Ты бы хоть без света стоял, что ли? Я-то? Не ты. А тот, кто прячется под лестницей со светом. Да я вижу. А, свет. Короче, я думаю, что это тень. Так, и кто тут балуется? Куда ушел? Что-то бросило здесь, на первом этаже.
Где? То ли вот эта комната, то ли вот эта комната, то ли кухня. Но был звук мягкий. Ни банка, ни столовые приборы. Может быть, этот, ванная. Вынюхивай. Это кухня. То, что он тут появился, это ничего не значит. Не, это прям гост. Вон тут тарелка лежит. Ну вот. Теперь это, да, теперь это. Пугался. А вот теперь? Где он? Он нас. Я за ним шла, ёлки-палки. Зачем? Ну что ж, это старичок. Мы видели. Ставьте все вещи, чё. Буду следить. Надо, кстати, посмотреть. Замечательно поставил. Так ничего не увидишь. Атака. Он к тебе появился. Ты рано начал бродить. Там у нас парочку. Слушай, у нас, по-моему, надо вытащить раз. Ну тогда мы в темноте тут вообще-то бродили все это время. Ничего, а раньше такого не было. Раньше мы тоже все время в темноте бродили. Мы не так долго бродили. Да, достаточно долго я бродил. Постоянно. Да у нас прям пипец сильно съедает рассудок. И не нападает быстро. Ну, Костя, считай, пережил две атаки. У него в любом случае был бы нулевой. Не надо тут мне, у меня 18. Ну вот. Блин, опять искать ваших трупов, блин, вещи, а? Так у меня только радио. Работа, работа, я за вас работала. Комнату нашла своим идеальным слухом. Дневник я положила, у меня только радио осталось. А где дневник-то? Около моего трупа прям. На полу? Или рядом, да. А, все увидела. Но он пока не пишет. Камеру я поставила. А чё атаки? Гост. А. Я, правда, его не вижу, но это гост по звукам. Нет, ты, в принципе, можешь оживить кого-нибудь. Правда, потерять зрение? Смотри, у него волосы светятся. Это кому? Серому. У тебя волосы светятся. Так я знаю. Атака. Слева. Беги! А почему он невидимый? Это фантом? Нет, он видимый. Я не видел его. У нас он был видимый. Я его вообще не видел. Я его видел чисто из-за лазерного проектора. Блин, я даже поставить никого не успел. Мираж.